В эфире программы «Язык – ключ к познанию мира», созданной при поддержке областного управления по развитию языков. И сегодня мы говорим о 550-летии Казахского ханства, которому посвящен этот 2015 год. Здравствуйте. Казахской государственности в 2015 году исполняется 550 лет. Кирей и Жанабек в 1465 году создали первое ханство, и государственность казахов ведет историю с тех времен. Возможно, оно не было государством в современном понимании этого термина и в нынешних границах. Не имело такой известности и авторитет во всем мире. Но это можно сказать и про все государства той эпохи, сказал наш президент. Главное – это строительство государства. Объединение многоэтнической страны к одной цели и задаче, рост экономики Казахстана, рост авторитета Казахстана в мире и дружеские отношения по периметру нашей границы в мире и программы, которые я предложил народу на будущее. До последнего времени в обществе не утихали споры относительно возникновения Казахстана. Одни считали, что истинная дата ведет свое лето исчисление с 91 года, а другие сходились во мнении, что настоящая дата ведется со дня образования Киргизской АССР в 1920 году, когда практически были установлены нынешние границы республики. Третьи были уверены в том, что она берет свое начало с образования тюркского каганата, то есть с 5-го столетия новой эры. Большинство исследователей склонялось к мнению, что этой датой надо считать 1465 год, когда образовалось Казахское ханство. В Википедии говорится, что Казахское ханство – это государство на территории современного Казахстана, которое образовалось в процессе распада Золотой Орды. Исследование истории Казахстана началось давно, и надо не только исследовать, но и изучать и пропагандировать настоящую историю, укрепить историческое сознание и мировоззрение нашей республики, определить подлинную роль Казахстана в данной исторической эпохе и в современном мире, всенародно отметив юбилей Казахского ханства. Таким образом, мы доведем до сознания массы мирового сообщества значимость нашей республики, ее роль в общечеловеческой истории, культуре и цивилизации, уверены историки. И вот мы, наконец, определились, что 550 лет тому назад образовалось Казахское ханство. Это ответ многим, даже тем, кто сомневался в том, что некогда имело место быть казахскому государству в формате Казахского ханства. Ответ тем, кто считал, что казахский народ, казахская нация не имела никакого вклада в мировую цивилизацию. И на все эти вопросы мы более углубленно, более грамотно, более научно будем, наверное, отвечать на фоне празднования 550-летия Казахского ханства. Значение 550-летия Казахского ханства не в том, чтобы провести очередную конференцию или юбилей, а совершенно в другом. Предстоящая дата – это повод задуматься над своим прошлым. А еще это большой вызов для наших режиссеров, писателей и публицистов. Есть реальный мотив проявить гордость за свою республику. Казахстан на пути своего развития претерпел много изменений. Были периоды Казахского ханства, жузов в составе Российской империи, Великая Отечественная война, а сейчас это единая республика Казахстан. Земля казахов никогда не пустовала, и есть тому исторические факты. Они свидетельствуют о том, что здесь давно проживали казахи и их предки. Если вы помните, в последнее время у нас часто стали возникать вопросы, а было ли вообще государство у казахов? Казах территорию, вернее, государства у них не было, у них территориального ничего не было. Так вот, из истории Казахстана известно о том, что были раннефеодальные государства. Это до создания Казахского ханства. Это государство Тюргешей, государство тюрков, западные, восточные и другие государства. Все эти государства, как раннефеодальные государства, имели все те атрибуты, которые предъявляются требованию государства. На юбилей Казахского ханства и для проведения юбилея Ассамблеи народа Казахстана в трехлетнем бюджете было предусмотрено порядка 3 миллиардов тенге. Также будет продолжена реализация госпрограммы функционирования и развития языков. На эти цели правительством планируется направлять по 3 миллиарда тенге ежегодно, рассказал министр финансов Бахыт Султанов. По словам министра культуры и спорта, план мероприятий по празднованию юбилея в 2015 году включает в себя проекты по изучению Казахского ханства в музеях. Всего будет проведено свыше 100 мероприятий по всей республике. Вот эти все мероприятия будут в целях воспитания чувства любви к родине, нашей истории, а также уважения таким великим личностям, которые создали
нашу историю, которые именно их труд и героизм стал предтечей независимости сегодняшнего Казахстана. Также глава ведомства рассказал о планах празднования юбилея. Как было отмечено, на брифинге мероприятия будут проводиться на патриотической основе, а также на медийной и научной основах. Кроме этого, начались съемки 20-серийного кинофильма, который посвящен истории ханства. Работа над ним планируется завершить аккурат к юбилею. История есть история. Если мы сегодня говорим о белых пятнах, которые появились по той причине, что одно государство идет соприкосновение с другим государством, одно государство выходит на уровень мировых отношений, и нам и на этом отношении кое-какие страницы истории действительно не только не изучались, а не вызывали особого в кавычках интереса, то сегодня эти проблемы мы должны во многом снять. Вот даже вы задаете мне вопрос: казахское ханство. А насколько мы знаем о тех всех людях, о тех всех героях, которые стояли у истоков казахского государства? Насколько мы перечислили полностью имена тех лидеров казахского ханства, которые имели быть место в период соприкосновения, допустим, казахского ханства с Россией? В 2013 году в архивах Китая были найдены новые факты из истории Казахстана. Уникальные находки опровергают домыслы об отсутствии у казахов письменности. В одном из архивов Поднебесной обнаружены 283 тома документов. Здесь хранятся всего свыше 72 тысяч документов. Дипломатическая переписка ханов и султанов с правителями соседей. Это уникальные находки, однако без исследования пока остаются архивы бывших союзных республик. Туда пока, к сожалению, нет доступа. Многие источники хранятся в российских музеях. И члены научно-исследовательских групп ЗКГУ имени Утемисова выезжали в соседние регионы России и собирали археологические и этнографические материалы. Университет даже выиграл грант Министерства образования и теперь занимается изучением работ научных обществ той Российской империи, которая в свое время писала о Казахстане. У нас давно идет исследование, я имею в виду, но в последнее время, это моя точка зрения личная, когда история описывается в профессиональном стиле, это одно, а когда иногда политика, значит, начинает влиять на историю, тогда уже совсем другую окраску получает. Вопрос о времени возникновения казахского ханства в первого Центральной Азии национального государства, которое носило имя создавшего его народа казахов, является одним из самых дискуссионных проблем отечественной науки. В казахстанской научной и научно-популярной литературе имеется множество работ, которые посвящены этой теме, хотя до начала 70-х годов 20 века вопрос датировки образования ханства в качестве научной проблемы вовсе не поднимался. В первую очередь следует рассмотреть вопрос об откачевке Кирея и Жанабека в Жетысу, событие, ставшего важным звеном в образовании ханства. Изначально ханом был избран Кирей, он по возрасту был старше, чем Жанабек, а затем, после его смерти, начиная с 70-х годов, 68-е годы, значит, становится ханом Жанабек. Ну, а в последующем они сохранили кипчакскую традицию, не монгольскую традицию, а чередовали ханство. После смерти Жанабека ханом был сын Кирея, Бурундук. Конечно, казахское ханство – это результат предыдущих процессов, которые происходили в то далекое время. Так вот, вот такое чередование у них шло. И в своем развитии это ханство прошло несколько этапов развития. Ханов много, поэтому себя перечислять очень сложно будет. Я могу его только акцентировать на то, что казахское ханство стало сильным, могущественным государством, причем он был уже признан в международном отношении при правлении Касым-хана. Он 510-21 года правил, и именно в этот период и до того, значит,
Для того, чтобы сохранить территориальную целостность, казахское ханство, естественно, вел и военные стычки, и дипломатические отношения со всеми прилегающими государствами. Это изначально было государство, в состав которого входили тюркоязычные племена и роды, впоследствии из которых были сформированы жузы. Казахский народ имеет яркую, богатую событиями историю, которая стала результатом жизни и деятельности многих поколений. Расположенный в центре Евразии, Казахстан оказался на перекрестке древнейших цивилизаций мира, на пересечении транспортных артерий, социальных, культурных, экономических, идеологических связей между Востоком и Западом, Югом и Севером, между Европой и Азией, между крупнейшими образованиями Евразийского континента. Мы могли бы начать историю казахского ханства или казахской государственности именно с тех государств раннефеодальных. Но здесь, в отличие от тех раннефеодальных государств, значит, государство казахстанство уже был, имел, вернее, этнический свой состав, казахский, язык свой. В этом плане он отличается от раннефеодальных государств. Все учебники истории, все книги созданы для того, чтобы передать истории знания народа будущим поколениям. Для молодежи мы и работаем, говорят ученые. Им продолжать начатое предками. И история – это урок жизни. Это, прежде всего, труд, солидный труд, который состоит из двух книг «Тарихи Рашиди» Мухаммед Хайдара Дулати. Он как очевидец того периода, хотя... Одна из книг, у него исторический повествование идет, а другой – мемуарный. Так вот, исторические повествования у него идет, естественно, предыдущий период, поэтому он ссылается на источники. Один из исследователей творчества Мухаммед Хайдара Дулаты, Каликеева, она описывает о том, что, используя источники, Мухаммед Хайдар Дулати, значит, он делит на группы. Туекбай Зиитович Разбеков – ученый-историк, профессор и преподаватель. Автор 450 научных материалов, 15 монографий и 5 электронных учебников. Одним из его недавних трудов стала книга «Исторические личности. Время и жизненный путь», посвященная нашей истории. В книге 36 персонажей от древности до наших дней. Каждый из них является значимой личностью в истории Казахстана. Книга состоит из нескольких разделов. Первый раздел посвящен теоретической части, где мы освещаем вопросы вообще, что из себя представляют исторические личности и какова их роль в истории. В разделе идет у нас разговор о тех личностях, которые касаются Бупай хана, это супруга Абу Хаира, а также о наших героях, которые уже ближе к нашему периоду, Маншук Маметовой, Хиваз Дуспановой. Кроме того, значит, есть раздел, в котором освещаются вопросы наших ханов, наших султанов, которые внесли определенную лепту в историческое развитие нашего общества. Большой раздел книги посвящен нашему краю, истории Приуралья и Букеевской Орды. Об этом профессор рассказал нам отдельно. У нас до сих пор в исторической литературе идет спор о личностях, которые имели отношение к истории Букеевской Орды. Ну, одни начинают охаивать, честно говоря, хотя я считаю это не совсем обоснованно. Вообще история должна быть правдивой, и она истинной в том случае может быть, тогда, когда мы можем, посвящая историческим личностям, даже ханам, султанам, должны мы показать, что положительного и что отрицательного он имел в период своего правления. Вот тогда только, может быть, личность будет взвешенно оценена. Важной фигурой в истории был Джангир-хан, мудрый правитель, который сделал много для своего народа. Для Джангира были характерны такие качества, как решительность, упорство, стойкость и готовность к самопожертвованию. Он хорошо знал арабский, русский, персидский, татарский, немецкий языки. В 1841 году Джангир-хан на свои средства открыл высшую школу. Современные историки все же по-разному относятся к Джангиру. Одни восхваляют его, а другие критикуют проведенные им реформы. Джангир-хан, он прогрессивный реформатор,
Он сделал большое дело в развитии Букеевской Орды. Но у него есть, конечно, недостаток. Это связано с землей. То есть, когда он раздавал земли бием, и в своем правлении, именно в этом направлении он допустил ошибки, которые привели в свое время на 3 восстания именно в этой Букеевской Орде. Поэтому мы его выделили, не включая в те исторические личности, о которых мы вели разговор. Как бы там ни было, мы празднуем 550-летие Казахского ханства, и это отражение преемственности для казахстанской молодежи. Знак того, что нынешнее поколение просто обязано сохранить накопленные знания, традиции и обычаи родного народа уже для своих потомков. У нас до сих пор в исторической литературе идет спор о личностях, которые имели отношение к истории Букеевской Орды. Ну, одни начинают охаивать, честно говоря, хотя я считаю это не совсем обоснованно. Вообще история должна быть правдивой, и она истинной в том случае может быть, тогда, когда мы можем, посвящая историческим личностям, даже ханам, султанам, должны мы показать, что положительного и что отрицательного он имел в период своего правления. Вот тогда только, может быть, личность будет взвешена, оценен. Есть в истории Казахстана и женский след. Старшая жена Абылхайрхана Бопайханым тоже внесла свою лепту в историю. Благодаря ее женской мудрости и уму хан Абылхайр принимал взвешенные решения. Она незаметно его направляла в нужное русло и подсказывала в трудные минуты его жизни, говорят историки. Она была настоящим дипломатом. О Бопайханым у нас просто имеются выдержки, отдельные статьи. А вот в таком виде, как мне хотелось бы преподнести, и преподнес в этой данной книге, собрав все имеющиеся материалы по Бопайханам, это, можно сказать, впервые. Ну, Бопай отличается тем, что она является не только супругой Абылхайрхана, но она сделала многое для того, чтобы Абылхайр стал таким, каким в истории остался. Но то, что он полководец, это ясно, к этому, может быть, она отношения не имеет. А вот что касается его дипломатической миссии, его дипломатичности и всех тех переговоров, которые он вел с Россией, в этом деле Бопай имел непосредственное влияние. А еще она отличалась глубоким, совсем не женским умом, сильным характером, не лишенным властолюбия, определенной независимостью в суждениях и поступках. И в то же время она обладала врожденным политическим тактом. Она была очень грамотной, она призывала постоянно выдержки, потому что Абылхайр был иногда горячим, мог в любое время, как говорится, взорваться. И кроме того, значит, мы дополнили материалы, касающиеся Абылхайрхана. Мы иногда Абылхайра считаем, что он из-за своих корыстных личных целей принял подданство России. Нет, это была такая ситуация, когда надо было сохранить ту государственность, то ханство, которое он сам руководил в младшем жузе. Потому что с одной стороны калмыки, с другой стороны башкиры, уральские казаки и джунгары, и сама Россия. В 2015 году будет много знаменательных дат. Это и 550-летие казахской государственности, и 70-летие Великой Победы, 20 лет Конституции и 20 лет Ассамблеи народа Казахстана. И все эти даты для нас особенны, сказал президент. Казахстанская мудрость гласит: «Асу бермес, аскар жоқ» дейді біздің әл. Нет ничего невозможного. Казахстанский путь сплотил нашу нацию одной целью, общей мечтой. Каждый казахстанец осознает свой долг перед самим собой и перед страной.
Празднование юбилея Казахского ханства должно пройти во всех городах Казахстана, так как в становлении и в дальнейшем развитии республики важнейшую роль сыграли все регионы. Об этом заявил вице-премьер. Он также обратился к руководителям национальных этнокультурных центров, чтобы они приняли активное участие в проведении одного из важнейших юбилеев текущего года. «Мы живем в такой республике, где созданы самые уникальные достопримечательности всего мира». Самые разные памятники истории, культурные находки, древние города, камни с надписями – все это дает нам понять, какое богатство оставили в наследство наши предки. Богатая наследственность нашей земли тоже позволяет судить о том, каким трудом удалось все это сохранить. История казахов, история казахской земли, что хранит в своем сердце самые уникальные факты. Батыры, похороненные в золотых доспехах, все это дает ясно понять наше ценное происхождение. Это должна знать и изучать, и ценить наша молодежь. Зная, с каким великим трудом сохранилась наша земля, мы не можем не быть наследниками этой великой истории. Все это не раз говорил наш лидер Назарбаев. В очередной раз он посоветовал молодежи изучать историю, стремиться к знаниям, уважать родной язык и познать языки всего мира. Какие бы испытания ни были впереди, мы справимся, опираясь на силу нашего государства и мудрость народа. Мы возмужавшая нация, потому что мы прошли все трудности. Делаем решительный шаг в новую эпоху. Пусть будет благословенна вечная земля нашего Казахстана. Пусть будет сильна наша единая нация. Халхым менім, ұланғайыр жер бар, ұлы мұратты елі бар. Бабалар жазған ұлы тарихымен ұрпағы көз тіккен ұлы болашағы бар. Халық мың жылдық тарихында ең бірегей бір тұтасында халқымның зор сенімін арқалағаным мен үшін ең биік мәртебе бақыт. Туркестан, Шымкент, Курганы, Сайрамы – количество древностей не счесть. Их очень много, и большинство из них не имеют детального изучения. Места, где когда-то сотни лет назад были битвы, являются нашим общим достоянием. Ханы Золотой Орды, Римская империя, завоевавшая половину земного шара, и многие другие, каждый заслуживает особого почета в истории мира. А наша молодежь, в свою очередь, не имеет права забывать нашу историю. Поэтому президент отметил необходимость знания истории. Прошедший год истории Казахстана выявил много фактов. Новые открытия продолжают радовать нашу общественность и дополнять нашу историю. Это богатая историческими фактами земля. Наша Родина – это золотое хранилище ушедших годов. Наша земля – это клад нашей истории. Перед нами стоит принципиальная, огромная задача – сделать непотопляемым наш государственный корабль. Задача предстоящих лет – укрепить Казахстан, и даже несмотря на время мировых бурь, уверенно войти в тридцатку государств, как мы это и намечаем, лидеров грядущего мира. В мире уже появился термин, как вы знаете, казахстанское экономическое чудо. Действительно, мы за короткий срок сделали очень многое. То, что другие государства могли бы проходить, может быть, 100 лет. Во многом то, что молодежь интересуется историей, заслуга нашего президента, который неустанно напоминает о важности изучения родного края и родного языка. Мы одна семья, и у нас одна родина – Республика Казахстан. Судьба каждого из нас – в судьбе нашей родины. Мы вместе прошли путь от хаоса к процветанию. Мы стали страной со средним уровнем доходов населения. Мы вошли в число крупнейших 50 экономик мира. Я вам назвал важные вехи, которые вы, конечно, знаете. Они дают нам четкое представление о цене нашей государственности. Сейчас все это хорошо помнят старшее поколение. Но молодое поколение должны знать и помнить цену нынешнего благополучия нашей страны. Без прошлого нет будущего, и это верно. И не знать историю стыдно, говорят в народе. По мнению Назарбаева, чтобы обеспечить стабильное будущее, необходимо не забывать наказы наших предков. Постоянно напоминать себе о них, и нужно гордиться землей, на которой живешь ты сам, родители и твои дети. Землю, ближе которой ничего не может быть. С вами была программа «Язык – ключ к познанию мира», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго и до новых встреч! We'll be right back.
Thank you.